Мне нужны подробности необъятных знаний. Совершать ошибки не моя задача. Соберу улыбки, как плоды удачи. Творчий вечір Світлани Горбунової-Рубан знову зібрав у Єврейському культурному центрі «Майдан» шанувальників її творчості. Безліч квітів, слова подяки і щире захоплення. Глядачі не скупилися на вияви поваги і любові. У нас настоящий праздник, настоящее большое событие. Это творческий вечер Светланы Александровны Горбуновой-Рубан. Это прекрасная женщина, она очень светлая, позитивная, очень талантливая. Это огромное счастье, что она является нашим другом. Мы надеемся, что это не последнее мероприятие, которое мы проводим вместе с ней. Я думаю, что это будет в дальнейшем происходить также регулярно. Возможно, это будет презентация ее книг. Возможно, даже будет это какой-то концерт из ее песен. Потому что вот последнее время многие композиторы заинтересовались ее творчеством. Есть стихи такие «Я желаю» называется. Я начал читать, я еще не дочитал, уже пошла музыка. Я быстрее взял инструмент, быстрее записал это. Ну, даже не делая фонограмму, все будет под живой звук. Настало утро, день прекрасный. Ждет впереди, я это знаю. С любовью искренне и страстно. Всему свершится, я желаю. Желаю детям жажды знаний, а внукам крепкого здоровья. Тебе, любимый, я желаю с моей встретиться любовью. Назва творчого вечора – «Біле і чорне». І справді, в прозі Світлани Горбунової-Рубан немов дві нитки переплелися – то радісні, то сумні спогади. Вона не побоялась бути відвертою у розмові із шанувальниками своєї творчості. Дуже талантлива, дуже іскренна. Сьогодні Світлана Олександровна не тільки розказала о своїй житті, о тих переживаннях, о тех проблемах, которые ей пришлось преодолеть за эти годы. Но я думаю, каждый присутствующий, а я особенно, в первую очередь, практически с ее рассказом переживал и свое детство. Потому что я был 7-м у мамы, и когда она рассказывала о маме своей, у меня просто текли слезы. Мама работала везде, где только платили деньги. Две смены на фабрике. Между сменами стирала белье, мыла чьи-то кухни, убирала чужие квартиры. Я ее почти не видела. В семье разговаривали на двух языках. Мама разговаривала щирую украинскую мову, а папа говорил по-русски. Я с мамой разговаривала украинскую мову. И навіть цього не помічала. С папой я говорила по-русски. При этом они друг друга абсолютно понимали. И еще благодаря бабушке я немножко знала латышский. Пронзительная искренность, пронзительная. И вы видели, как, затаив дыхание, посидел 2 часа весь зал. Честно, у меня вот до сих пор даже еще слезы не высохли на глазах. Это вот действительно пронзительная искренность. И я чрезвычайно благодарен этому человеку. И действительно, она помогала многим во многих ситуациях. И даже вот когда я просил помочь кому-либо, это человек, который всегда откликается на добро и сияет. Он светится добром. Просто излучает это добро и отношение к людям. Нам так этого всего не хватает. Вот нам так не хватает таких вечеров. Так не хватает вот этой искренности. Предназначение – лечение болезней, ран и приключений. Предназначение – учение, чтоб снять в душе твоей смятение. Морщинам, сединам почтением, друзьям, как к веточкам, сплетением, к трудам похожим на сожжение. Так в чем же ты, предназначение? Забрезжил цвет цепели птицы, и новый день
в окно стучится. Сказала солнце, улыбаясь, лишь только я ответы знаю. В любви, что жизни есть продление, и людям вечное служение. Долой тревоги и сомнения! Да здравствует предназначение! Проникливі слова, мов зерна, проростали у душах глядачів захопленням і вдячністю. Світлана Олександрівна часто повторює, не треба скупитися на прояви доброти і любові. І ці переконання проходять лейтмотивом крізь усю її творчість. Живіть сьогодні, як останній день, і робіть все, як потрібно робити правильно. Любіть всіх, берегіть близьких, берегіть цей хрупкий мир. І тоді все людство буде щасливим. Творчий вечір «Біле і чорне» – це ніби сповідь. Сповідь яскравої, мудрої і успішної жінки, якій є що сказати цьому світу. Це просто замечательна жінка, яка естественна. От хочеться нею любуватися. А це, знаєте, коли говорить жінка о жінці, це значить дійсно іскренне. Тому сьогодні вона настільки була изящно в своей подаче этих всех ее стихотворений и рассказов, что просто вот я сидела и искренне любовалась. У планах Світлани Олександрівни прозове видання, адже досі вона була відома більше як заступник міського голови і поетеса, а після творчого вечора «Біле і чорне» відкрила ще одна грань її таланту. Є якась душевна легкость. Состояние такого счастья от того, что слушали, от того, что пришли, от того, что реагировали на то, что я читаю. И я чувствовала, что эта реакция мне нравилась. У єврейському культурному центрі «Байдан» можна не тільки більше дізнатися про життя і традиції єврейського народу. Це ще й відомий культурний осередок Харкова, який гостинно відкриває двері для цікавих і творчих людей. Тому ми приглашаємо найцікавіших, найкращих, найкращих. І наші двері відкриті не тільки для євреїв. В нашому місті ці двері Байдана відкриті для всіх бажаючих познайомитися з нашою історією і з культурними програмами міста Харкова. Настало утро, день прекрасний. Вот впереди я это знаю. С любовью, искренне и страстно. Добру свершиться мы желаем.